Накануне мировой премьеры замечательной кантаты Валерии Бесединой, Святослава Беседина, хранители Руси, нам посчастливилось побывать на Мамаевом кургане. Авторы для моего голоса создали партию «Роль Родины-Матери». Поэтому то, что мы приехали сюда поклониться этому святому месту, конечно, не случайно. И мне думается, что главное, как мы можем отблагодарить тех хранителей Руси, тех воинов, которые защищали нашу страну, это, конечно, беречь память о них, беречь нашу страну, беречь своих детей, своих родных, близких, свою родину, так, как сберегли они. Низкий им за это поклон.